Попасть в финал окружного этапа конкурса – это первый шаг к большой сцене, признается молодая вокалистка Ксения Мартынова. Слабых соперников здесь попросту нет. У каждого за плечами серьезный опыт. Завоевать признание жюри одной лишь силой и красотой голоса не получится, считает конкурсантка. Без сильных эмоций и немалой доли артистизма не обойтись. Эта песня очень берет за душу, она очень серьезная, и в ней много переживаний, касающихся очень многих людей. Я думаю, она всех тронет за душу, и она мне очень близка. В битве за путевку на областной этап конкурса, как говорится, все средства хороши. Если одни прокладывают себе дорогу сольно, то другие за место под солнцем сражаются, так сказать, коллективно. Сражаться действительно есть за что, считают именитые певцы. Для многих цены дворцов культуры стали началом большой карьеры. Конкурс год от года, признаются организаторы, приобретает все большую популярность у молодых исполнителей. Много интересных имен появляется, много новых звучаний, тембровых и идей каких-то. В общем, я думаю, все вперед, не стоит на месте однозначно. Новые имена и звучания ищут буквально повсюду. Только на финал окружного этапа конкурса пробились 29 вокалистов из 6 городов округа. Немало из них – это тагильчан. Нижний Тагил представлен очень большой группой, потому что и они как хозяева, принимающая сторона, им разрешено, у них представлено было 15 участников. Из всех участников на следующий этап конкурса пробилось лишь 2 исполнителя. Одну из путевок получила Ксения Мартынова. Чутье, как говорится, молодую вокалистку не подвело. В конце марта тагильчанка выступит на сцене Екатеринбурга. Пусть